Во дворе дома номер 31 по улице Кутузовской детскую площадку ждали давно. Ее установку встретили с радостью. Планировщики удачно вписали игровой комплекс в ограниченное пространство. Даже не верится, что здесь всего 450 квадратных метров. Детские площадки – очень важный, но далеко не единственный элемент комплексного благоустройства дворовых территорий. В этом году у нас стоит 43 дворовых территории, которые должны быть благоустроены. Это не только там детская площадка, это разные элементы, которые благоустраиваются. Где-то мы делаем парковку, где-то мы делаем освещение, где-то мы делаем детскую площадку, где-то ставим лавочки. Детскую площадку у дома 36 на улице Молодежной, как и на Кутузовской, поставили по губернаторской программе. Мягкое прорезиненное покрытие, современные безопасные игровые элементы, ограждение. Комплекс с первых же дней полюбился местной детворе. Здесь и качели, и карусели, и различные лазалки, даже спортивные тренажеры. Самый любимый, мне кажется, карусель веревочная. Собирается вся округа, особенно вечерние часы, и когда детки возвращаются из детского сада. Папы, мамы, бабушки, все в восторге, на самом деле, от этой площадки. Все очень довольны. Самое главное, что счастливая и довольная детвора. Среди других обязательных критериев благоустройства – озеленение, контейнерная площадка для сбора отходов, информационный стенд. С учетом того, что в Одинцовском округе после присоединения Звенигорода насчитывается 411 дворов, муниципальная программа благоустройства превышает 10-процентный минимум. В течение сентября будет достроено 14 детских площадок и примерно доблагоустроено около 11 дворовых территорий полностью. Выполнение программы комплексного благоустройства дворовых территорий разбито на 4 этапа. Ее реализация должна полностью завершиться к 30 сентября. Петр Горохов, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».